Его соперник Азамат Би Шнатла, бронзовый призер межконтинентального кубка 2014 года. Исраил Касумов является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года, а также победитель гран-при Ивана Ярыгина. Синим трико Хабиб Магомедов, ему 21 год, является воспитанником спортивной школы Гамида Гамидова Махачкала. Является серебряным призером международного турнира Али Алиева. Исраил Касумов, город Красноярск. Внимание! Готовится к награждению борцам до 61 килограмма. Джамалов, Ниязбеков, Алиев, Абдурашидов, пожалуйста, собирайтесь около ковра С для выхода на награждение. А также тренер победителя. В награждении принимает участие олимпийский чемпион Мурат Умаханов. Сейчас на фоне Гурамагомедов.
Уважаемые зрители, мне хотелось бы напомнить, что еще раз напомнить вам, хотя вы их знаете, но напоминаю вам, что на Олимпийских играх разыгрывались медали только в 6 весовых категориях. И Международная федерация борьбы приняла решение в Олимпийском году провести чемпионат мира для 2 неолимпийских весовых категорий. Это до 61 и 70 килограммов. И эти соревнования будут проходить 10, 12, 8, 10 декабря в Венгрии, в Будапеште. Кто поедет на эти соревнования, определят тренеры сборной команды. Но определение будет по результатам в течение года и, конечно, по готовности ребят участвовать в чемпионате мира. Чемпионат мира для 2 неолимпийских весовых категорий. На ковре А победу одержал Азаматбиев Натлав, Россия, и стал бронзовым призером межконтинентального кубка. На ковре Б